Всем привет! С вами Крейзи. Сегодня будет снова одна старая идейка. Я записывал первый раз чуть не в самом начале развития канала своего. Мы будем повторять тиктоки по Бравл Старсу. На самом деле, с каждым разом становится искать тяжелее и тяжелее. Ну не снимают такое там. Там все зависит от звука. А как вы понимаете, на ютубе авторские права, поэтому мне дадут за это бан. Ну, приходится искать что-то красивое, что не зависит от какой-то конкретной музыки. И это сделать не так легко, но сегодня я справился. Ссылки на авторов оставлю в описании, так что можете глянуть. Я больше не тяну, перед началом лайк, подписка, а мы уже полетели. Приятного просмотра. Первый момент от Мишры, довольно-таки простой, самбер. Он красивый, но он довольно-таки простой, думаю, с первой катки и сделаем. Они просто крутятся и все. Сложно, вроде как даже ничего и нет. Но погнали и мы сделаем. На самом деле это вторая катка, первую просто не записал. Ну, сложности вроде как нету. Мы по смайлу начинаем, потому что не в DS мы, мне просто лень говорить. Ну да, да, все как всегда. Ну и начинаем, все. У них как-то помедленнее что ли. Фига себе летит. Ну, сейчас замедлим, посмотрим, но как-то быстро, слишком быстро. Не помню, замедление такое нифиговое стоит. Ушло, наверное, ну 5 минут. Ну да, думаю, здесь не стоит даже отрицать, что у них получилось, ну, получше. У нас довольно слабенько, но тоже неплохо. Мне вообще казалось, что будет лучше в голове своей. Ну а по факту, ну да, похуже было явно. Следующий момент снова от Мишры. Они кидают все в центр, и потом красиво разлетаются патроны. Это вроде как не выглядит сложным. Давайте попробуем. Ну что ж, погнали. И появилась небольшая проблемка. Мы без войса. Вообще. Как мы будем коннектиться, чтобы кидать в один момент, я не знаю. Мы всегда кидаем по смайлу. А сверху меня не видят. Поэтому, ну, должно быть весело. Ну, давайте я сейчас кину смайл. Кто увидит, тот кинет. Кто не увидит, тот, получается, не кинет. Ну, или кинет позже. Это первый мент, вряд ли он все равно попадет. Ну, точнее, первая попытка. А на любом случае не попадет. О, слушайте, а что так быстро? Как-то чересчур быстро полетело все, не знаю. Я тут подумал, они записывали это до обновления со сквиком, где ему ускорили взрыв ульты. Или же после. Мне что-то подсказывает, что до. Поэтому я не знаю, будет сложно. Надо будет ускорять. Сейчас классно, вся карта увидит мой смайл, да. Я не знаю, надо будет что-то менять. Ну, кидаем с окончанием. Полетели. Ну, те, кто видели, кинули. Те, кто не видели, соответственно, не кинули. Ну, надо будет что-то менять сейчас. Я придумал просто тактику галактику. Сейчас я кидаю атаку, и мы кидаем все. Главное, чтобы все это прочитали в чате. А то, может быть, и не читали. Всем же без разницы. Так и полетели. Ну, что-то такое себе. Все, давайте еще раз, мы натренировались. Уже игр, наверное, 7-5 сделать, где-то так. Здесь получится. Все вроде как понимают, что надо делать, но почему-то не делают. Еще прикол, что зачем по мне кидать постоянно. Все, кому не лень, набивают ульту на мне. Стоишь на другом конце, кидаешь в меня. Ну, правильно, правильно. Так и один, два, обкидаем. Я быстрее всех кинул. Но это уже лучше. Это лучше, чем было, но все равно не идеально. Все, давайте еще раз. Сейчас мы подхилимся все, набьем ульту и начнем. Надеюсь, это последний момент. Надеюсь. Так, кидаем. И все, кидаем. Пора уже. И, ну, неплохо. По-моему, получилось не так уж и плохо. Нормально прям. Ну, потратили время на это, ну, тоже неплохо. Минут 20, наверное, около того. Не меньше. Ну, или, может, 15, где-то так. Дальше метод это из Фокса. Я его уже повторял на прошлую часть, но он не попал. И потом был утерян. Вообще, у меня есть такой видосик в ТикТоке, но это не то, сами понимаете. Ну что ж, погнали. Самое скучное это собирать банки. Ну реально, это очень скучно. Еще бы ульту надо аккуратно набивать. Я сейчас набил, но вообще можно кого-то убить. Спокойно. Я так делал раньше. Мы снимали его, кстати, нормально времени. А потом он... Сквика взяли. Ну, оно и правильно. Оно и правильно. Может, девятером, а? Восьмером. Заканчиваем. Ну, что это за фигня? Все, погнали. Давайте в этот раз все дойдут до центра. Все. Аккуратно, просто не бивайте ульту. А ну да, ну да. Лукас убивает Эльдара. Понимаю. Ну, я не знаю. Заново погнали. В чем сложность? Не понимаю. Просто набить ульту. Все. Ого, неужели никто не сдох? Да как так-то? У меня 6 банок. Это уже финишная прямая на 9. Сейчас я встаю и начнем. Вообще можно повторить один в один. Вполне реально, чтобы столько же хп было. Надеюсь, мы так сделаем.
Все, гайс, вставайте по местам, вокруг, вокруг. Я ультую. Давайте. Я просто ультую, и вы в меня сразу ультуете. Полетели, давайте. Давайте. Сколько у меня хп? Слушайте, ауро вышло. 232. Получилось реально. Один в один, прям четко. Ну и все. И все. Идеально. Хорошо. Да я же говорю, не убивать меня. Почему так? Говорю, не можете меня не убивать. И в меня летит ульта. Потратили на момент минут 5, ну, тире 7, не больше. Но это при том, что я знал, что делать, я его уже делал. Вышло, ну, почти один в один. Я думаю, я справился хорошо. Реально, момент почти идентичен тому, что делает Фокс. Ну и погнали к последним на сегодня. Снова мишура и снова красивый момент. Причем это будет сложно. Тайминги просто дикие. Чтобы все ультанули в свою точку в нужное время. Будет сложно. Не скажу, сколько времени уже прошло. Снимаем, наверное, минут 30, пока ничего путного не было. Но было, но так. И еще раз давайте. Ну вот. Вот так примерно и было. Ничего большего. Это средний момент. Давайте-ка еще разу, когда-то у нас это получится. Также посмотрим, заканчивается, ультуем. Все, полетели. Ну вот, вот что это? Ну, ничего особенного. Давайте еще разок. Го, наконец-то сделаем. Ну вот что вы делаете? Зачем это ульта? Заново, заново. Все набиваем снова, не заканчиваем. Они меня не слышат, но мне вообще не важно сейчас. Мы же снимаем момент дофига времени. Мы распределили стороны, я вверх, ну и так далее там. Все знают свою сторону и знают, куда ультовать. Но почему-то не выходит. Так, смайл заканчивается, начинаем. Погнали. Так. Это лучше, это уже неплохо было. Но не идеально. Не идеально. Давайте еще попыточку. Надеюсь, когда-то у нас получится, там, ну, лет через 10-15, нормально. Пойдет. Смайл заканчивается, и начинаем. Погнали. Давайте. И полетели. Ну, слушайте. Это неплохо было. Объективно лучше, чем остальные моменты. Наверное, если ничего лучше я не сделаю, попадет этот момент. На последний момент ушло где-то, ну там, час-полтора, не меньше. Мы реально дофига его записывали, прям очень много времени. Но оно того стоило, получилось реально прикольно. Но на этом я буду уже заканчивать. Напишите в комменты, какой момент был лучше всего, еще из всех. С френдком, не с френдком, любой напишите, какой вам больше всех понравился. Ну а у меня все, в конце я покажу вам еще раз все моменты. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.